Что такое Крым во всероссийском масштабе? Так, кое-что, пупочка. Вот я ее ладошкой прикрыл, и нет ее на виду. Но так может рассуждать совсем глупый дурак. Это Крым. Мир в миниатюре. Готовая съемочная площадка, на которой можно воссоздать практически любой уголок планеты. И в то же время он уникален. В Крым невозможно не влюбиться. Мягкий климат, теплое море, чистый воздух, наполненный ароматами лаванды и пением цикад. Это ли не основание, чтобы, побывав здесь однажды, вновь и вновь возвращаться сюда хотя бы в мыслях. Крым манит. Редкий художник в своем творчестве обходит стороной этот удивительный край. Но несмотря на изобилие поэтических метафор и даже научных заключений, мы до сих пор так и не смогли по-настоящему объяснить действительную причину притягательности этого места. Это похоже на какое-то безотчетное стремление домой. Странно, не правда ли? Ведь есть и другие, не менее красивые места с богатой историей. Кстати, об истории. Французский писатель Андре Мороа еще в прошлом веке иронично заметил: «Ничто так не искажает историю, как историки». Мы, создатели этого сериала, вполне разделяем его иронию, и потому решили поделиться с вами некоторыми соображениями, которые, возможно, помогут понять, почему историки искажают историю и почему мы так и не смогли объяснить магнитную притягательность этого таврического полуострова, некогда омываемого водами, как говорят, Русского моря. А еще нам просто захотелось рассказать о людях, что связали свою судьбу с этой необъятной космической вселенной, которую мы так и назвали «Русское море». А это Греция, та самая, в которой все есть. И произведения античного искусства, и свой греческий язык, и грецкий орех, и даже гречневая каша. Впрочем, с кашей пока торопиться не будем. Красивая страна, красивые люди –
Но самым большим, можно сказать, мировым достоянием Греции являются ее античные философы и историки. Практически весь ученый мир планеты ссылается на труды Платона, Страбона, Плутарха и даже Гомера. Вот и мы, хоть и не принадлежим ученому миру, тоже помянем всех уважаемых авторитетов. Только мы отнесемся к ним по-человечески, без придворных церемоний и накопленной веками академической важности. Потому что за якобы отсутствием других достоверных источников именно в разночтении этих сочинений и кроется нынешняя историческая неразбериха. А причиной тому пресловутый человеческий фактор. Ведь все перечисленные персоны были живыми людьми не только с достоинствами, но и слабостями. К тому же все они были знатного происхождения, то есть имели непосредственное отношение к политике. А это значит, что достоверность излагаемых ими сведений нужно делить, ну если не на 16, то на 2 уж точно. Не говоря о том, что история к 21 веку благополучно трансформировалась в литературный жанр категории фэнтези. Итак, основа исторической науки. Геродот. Древнегреческий историк. Цицерон назвал его отцом истории. Платон. Древнегреческий философ. Ученик Сократа, учитель Аристотеля, у которого в учениках был Александр Македонский. Солон. Афинский политик, законодатель и поэт. Один из семи мудрецов Древней Греции. Плутарх. Древнегреческий философ, биограф, моралист. Оставил после себя около 200 сочинений, в которых он собрал и обработал то, что другие писатели написали до него. Страбон. Греческий историк и географ. Автор несохранившейся истории и почти полностью сохранившейся географии в 17 книгах. Гомер. Легендарный древнегреческий поэт-сказитель, которому приписывается создание Илиады и Одиссеи. О жизни и личности Гомера достоверно ничего не известно. Ограничимся пока этим кругом лиц, как наиболее часто цитируемых. Да, чуть не забыли про гречневую кашу. Внесем свою лепту, как версию, разумеется. Возможно, гречневую кашу и варили греческие монахи. Только к Греции сия важная крупа отношения не имеет, ибо упоминается задолго до возникновения самой Греции. А вот на Руси все крупяные каши величали греча, потому что их готовили на огне, грели, а также прокаливали на жаровне для длительного хранения. Сами греки появились после того, как римляне создали латиницу и нарекли словом «грек» эллинов. То ли из-за жары, то ли от греха, поди сейчас разберись. А сам греческий язык. Но об этом позже. Современное название полуострова происходит, как сообщают словари, от тюркского слова «Крым». Однако количество встречающихся в истории его названий удивляет своим числом. Земля гуннов, Готия, Кимерия, Перекоп, Таврика, Херсонес, Курум, Салхат, есть даже монгольское «Хэрэм». А что на самом деле означает слово «Крым»? Чем обусловлено такое разнообразие? Многократный перевод с одного языка на другой. Приходили новые народы и переводили прежние названия на свой язык. Считается тюркское название, тюрко-иранское точнее. В общем, наиболее распространенный перевод – это ограда. Ограда, преграда, вот так вот. Вал и ров. Ну, они одновременно существуют, вал и ров. Отсекавший, значит, Крым от остальной земли, создававший из него своеобразную такую крепость. Этот вал и ров потом перевели как Крым на тюркский язык, вал и ров. А потом перевели на русский язык, получился перекоп, перекопали, перекопали перешеек. Как вы знаете, Крым назывался Таврия или Таврида или Таврика, ну, неважно, корень один, Таурос. Таурос – это бык. Но
Какое слово мы имеем в русском языке? В русском языке мы имеем слово «тур». Более того, мы имеем очень интересное имя – Артур. Ар – это южное произношение имени бога Яра. Яр-тур. Как вы знаете, Артуром назывался король Великобритании. У него был волшебник Мерлин, так что он неполноценный христианин был, он, так сказать, был христианин с очень мощными ведическими корнями. Кто вы? Я Артур Кастус, командир сарматских конников. Нас прислал епископ Германиус. Откройте ворота. Я Артур. Это не просто имя. Тур – это одно из зооморфных воплощений бога Яра. Вот у него был орнитоморфный в виде сокола и зооморфный в виде тура. И вы, наверное, знаете, с туром было связано много очень легенд. Ну, в частности, есть греческие легенды, что Зевс принял облик быка и доставил женщину по имени Европа на Крит, так сказать, где они предавались любовным утехам. Иными словами, бык, как образ, он пронизывает очень многие мифологии. Получается, что Таврида, она входила в Русь Яра. То есть это было место, где жили люди, поклонявшиеся Яру. Короче говоря, арийцы или другими словами, славяне. Вот вам древнее название Крыма. Что касается более позднего, нам говорят, что оно якобы тюркское. Может быть и тюркское, но меня что очень смущает. Есть где-то примерно в 14 километрах от Мелитополя так называемая каменная могила. Название очень позднее и не точно передающее суть. Никакой там могилы нет, это храм на самом деле древний. Но есть дошедшее до нас название. Бог-гор. Считается, что оно тюркское. Ничего подобного. Это просто Бог-гора. Вот это слово, произнесенное тюрками. Так что в тюркских словах можно видеть вполне славянское звучание. Когда-то меня очень заинтересовал некий камень, который назывался Фолсонское лезвие. Он был найден в Америке. И из него следовало, что в Арктор-Руси существовал город Крумия. Ну вот, вы знаете, есть город Кромы, например. Есть русское слово «кромка». Что такое кромка? Это внешняя граница. Значит, все, что связано с этим корнем, кром, крум и так далее, Крым, это внешняя граница чего-то, скорее всего, некой ойкумены, заселенной людьми. И вот на границе был город Круми. Я его потом нашел на карте Меркатора, действительно. Правда, там не город Круми, а мыс назывался Круми, но он действительно на самой окраине Арктор-Руси. Как можно в этом смысле интерпретировать слово «Крым»? То есть некая внешняя граница ойкумены. В самом деле, если мы на юг пойдем, там уже не славяне живут. Похоже, изначальное название полуострова вполне всего отражает его природную функцию в образах языка древних русов. В современном же существительном «Крым» действенное назначение размыто и сообразуется разве что с курортом. Что ж, курорт так курорт. Тем более в словарях пишут, что это слово немецкого происхождения означает «место для лечения». Таким символическим местом для лечения, настоящим курортом, мы выбрали поселок Научный, где нам любезно позволили разместить временную базу. Первое, что бросилось в глаза, это количество телескопов. Оказывается, самое большое среди обсерваторий бывшего Советского Союза. Это крупнейший телескоп, вывезенный из Германии по репарации. И, собственно говоря, тот самый телескоп, благодаря которому обсерватория здесь и началась. На склонах горы Сельбухра. Изначально это была частная обсерватория большого любителя астрономии Николая Сергеевича Мальцова в Семиезе, к
который впоследствии подарил свое детище Пулковской астрономической обсерватории. Сейчас основная часть Крымской астрофизической обсерватории расположена на южном склоне горы Сельбухра на высоте около 600 метров рядом с поселком Научный. А первыми телескопами обсерватории стали 48-дюймовый рефлектор и двойной 16-дюймовый рефрактор «Астрограф», полученные по репарации из Германии. Говорят, Адольф Гитлер намеревался подарить этот инструмент Бенито Муссолини с целью создания обсерватории в Италии, но не успел. И телескоп в качестве компенсации ущерба, нанесенного Германии во Второй мировой войне, был передан в Крым. Изучая этот вопрос, мы столкнулись с весьма знакомым явлением, описанным Ильфом и Петровым. В интернете обнаружилось минимум 4 обсерватории, где установлен именно этот адресованный Муссолини рефлектор. Похоже, Гитлер был большим любителем астрономии. А может, это просто безнадежная попытка научных организаций хоть как-то привлечь внимание к важности астрономических исследований. Очень интересный инструмент, очень интересная история инструмента и очень важное открытие, которое сделали на нем, это извержение вулкана на Луне. Открытие было сделано через 8 лет после начала работы телескопа в 1958 году, осенью, во время наблюдения, которое проводил академик Козырев. Козырев обнаружил, что над одним из лунных кратеров, который называется Альфонс, виднеется какое-то белое облачко. Это сразу его заинтересовало, потому что на Луне никаких облаков нет и быть не может. И поэтому Козырев сделал единственное, что он мог сделать для того, чтобы изучить это облачко. Он снял спектр облачка. Дело в том, что спектральный анализ позволяет очень хорошо представить себе, какие газы, какие вещества показывают свечение, которое наблюдается. И вот именно по спектру определили, что газы, которые показывали свечение, они являются, скажем так, они встречаются в земных вулканах. Это значит, что поскольку Луна и Земля – это, в принципе, тела близкие и, скорее всего, даже одного происхождения из одного родительского тела, то и газы на них вулканические тоже, соответственно, одинаковы. Ну и вот таким образом был сделан вывод, что наблюдались именно вулканические газы, то есть после анализа спектра. Окунувшись в море разного рода информации, мы вместе с Валерием Алексеевичем Чудиновым отправились на Мангуб-Кале. К истории Мангупа и княжества Феодора мы еще вернемся. Пока же мы намеревались выяснить, каким образом в орнаменте оконного оклада цитадели Мангубской крепости оказалась девятилучевая звезда Инглии. Весьма принципиальная деталь в нашем исследовании, ибо это древнейший ведический символ славянской культуры. У меня такая версия, что христианство, которое официально считается принято в 988 году, реально оно укрепилось где-то веку к 14. И как раз эта цитадель примерно такого возраста. То есть это был еще период, когда христианство не окрепло, и, скорее всего, это было двоеверие, и были символы разных религиозных систем. Поэтому мы с вами тут видим, с одной стороны, разного рода розетки, а с другой стороны, разного рода звезды. И видите, везде каждая звезда, она своя, она не повторяется, звезды тут есть и семилучевые, и девятилучевые, и двенадцатилучевые вот там вот. То есть, иными словами, как бы, тут собрана символика самых разных религий. У меня такое впечатление, что и ислам еще к тому времени только становился, потому что нам историю специально удревняют. А тут мы видим, религии самые разные смешались вот в этом орнаменте. Это все очень красиво, но вместе с тем это некая эклектика из самых разных символов. Вот такое у меня впечатление. Но уже после 15 века мы найдем только христианскую символику. Совсем недавно, в 2009 году, симферопольское издательство «Бизнес Информ» выпустило один из томов шеститомного сочинения французского путешественника, археолога, этнографа и натуралиста Фредерика Дюбуа де Монпаре
«Путешествие в Крым». Это первая публикация на русском языке, великолепный перевод которой осуществила Татьяна Фадеева, автор многих популярных книг о Крыме. Это действительно интересная книга, ценна еще и тем, что содержит исторически важные иллюстрации самого автора, который был к тому же отличным рисовальщиком. Однако, как всегда, не обошлось без ложки дегтя. Приведенная в книге авторская иллюстрация Мангубского дворца, выполненная с чертежной точностью, не соответствует действительности. Обратите внимание на полуразрушенное здание Мангубской цитадели и, в частности, на сохранившийся до сих пор декор одного из окон. Тот самый рельефный орнамент, в котором мы вместе с уважаемым профессором минуту назад рассмотрели 4 разнолучевые звезды. Но что такое? На рисунке Монпаре мы видим тоже 4, но только 12-лучевые звезды. Случается иногда небрежность по невнимательности, но чьей? Ученого-исследователя? А может, редактора издательства? Или кого-то еще между ними? Да и небрежностью такое не назовешь. Вот у меня еще есть одно замечание, что очень много камней было зачищено. И мы потом посмотрим, вот, как выглядит эта зачистка. А этот кусок стены, он не зачищен, он остался в том виде, в каком он был тогда. До реформы Никона мы еще помнили свои истоки. После реформы Никона все, у нас византивизм. И у нас все, кто верил в Яра, были объявлены староверами. А кто исповедовал начальное христианство, которое допускало двоеверие, были объявлены старообрядцами. Гонения начались и на тех, и на других. И вы посмотрите еще вот тут вот внизу бордюр, где есть масса свастик. Да? Обратите внимание, вот так видно, да. Вот свастика, вот, 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 угу. 4 свастики подряд. Но свастики очень причудливые и образующие орнамент. Как вы знаете, свастика – это очень древний индоевропейский символ благополучия, счастья, ну и всего прочего. То ли Монпаре не захотел поделиться с потомками символами счастья и благополучия, то ли еще кто-то, но только не оказалось этих древних символов в нужной и хорошей, в общем-то, книге. А вот христианская церковь от них не отказалась. Так же, как и революционеры не спешили расставаться с ними, размещая сакральные символы на денежных знаках и в атрибутике Красной Армии. Такие символы у нас сегодня есть. Дело в том, что в 19 веке, когда храм расписывался, свастика не связывалась ни с чем таким ужасным. Это обыкновенный древний христианский символ. И даже еще дохристианский символ. В дохристианскую эпоху он символизировал собой движение, солярный такой символ был. В христианское время, это, конечно, этот символ наполнился уже христианским содержанием, поскольку в основе свастики находится все-таки крест. А крест для христианина ценен, потому что на кресте Господь Иисус Христос наши грехи искупил. Вот те изображения, свастические изображения, которые имеются в нашем храме, они абсолютно идентичны таким же изображениям, которые имеются в храме Святой Софии в Константинополе.
Мне доводилось видеть церковное облачение XIX века, украшенное вот этим свастическим символом. Например, в Санкт-Петербурге храм Воскресения Христова на крови, на месте убиения царя-освободителя, там, например, в орнаментах присутствуют пятиконечные звезды. Почему-то ни у кого это не вызывает никаких отрицательных эмоций. Хотя, в общем-то, за звездами, наверное, тоже может тянуться такой же кровавый шлейф, как и за свастиками. Но, опять же, повторяю, свастика использовалась нацистами всего лишь в течение, ну, чуть более полутора десятков лет. Андреевский флаг, который сейчас развивается на мачтах российских кораблей, в свое время украшал нарукавный шеврон бойцов русской освободительной армии. Почему-то это тоже не вызывает ни у кого никаких отрицательных эмоций. Хотя у власовцев, общеизвестно, на рукаве был шеврон с надписью «РОА», русская освободительная армия, и вот Андреевским флагом. Один человек, не помню, к сожалению, фамилию, автор книги о свастике написал, потому что когда ребенок берет в руки карандаш и начинает что-то чертить, очень быстро у него получается этот символ, потому что он такой равновесный, такой вот цельный такой, да. Копали село Аликаново, и там нашли сосуды, где есть с одной стороны пятиконечные звезды, а с другой стороны свастики. И копали это в 19 веке. Если бы это было в 20 веке, сказали бы, что вот эта пятиконечная звезда – это Красная армия, а свастика – это фашистская армия. Ничего подобного. Это истинные наши символы – и пятиконечная звезда, и свастика. Непонятные знаки, причудливые символы, розетки с крестиками да звездочки с треугольниками. Неужели это так важно? Оказывается, важно. Потому что нас путем разного рода манипуляций склонили жить в мире, где символы жизни стали преобладать над собственной жизнью. А манипулировать знаками куда проще, чем жизненными явлениями. И причина сегодняшнего запрета свастики в Российской Федерации не в Гитлере, разумеется. Причина в том, что этот исконно русский символ способен, как ключ, открыть дверь к простому и ясному пониманию мироустройства. Поэтому упыри-революционеры быстро спохватились и уже в ноябре 1922 года в газете «Известия» было опубликовано ныне прочно забытое предупреждение наркома просвещения Луначарского. На многих украшениях и плакатах по недоразумению употребляется орнамент, называющийся свастикой. Так как свастика представляет собой кокарду глубоко контрреволюционной немецкой организации «Аргеш», в последнее время приобретает характер символического знака всего фашистского движения, то предупреждаю, что художники ни в коем случае не должны пользоваться этим орнаментом, производящим, в особенности на иностранцев, глубоко отрицательное впечатление. Мы не случайно акцентировали внимание на символах орнамента Мангубской цитадели. Сейчас мы приблизимся к более тонким вещам, понимание которых дает ключ к множеству открытий. Все известные нам древние символы отражают геометрические примитивы, созданные волновой природой проявленного мира, а совсем не художественными предпочтениями. То есть практически речь идет о принципах построения голографических основ вселенных. Голограмма – это есть суперпозиция форм каких-то геометрических. И плюс, если это голограмма – живой организм, то и плюс еще динамика этой структуры. И тогда получается, что любая клеточка, она может охарактеризоваться, с одной стороны, своим геометрическим построением, а с другой стороны, динамикой этой конструкции. И тогда мы охватываем все в объеме, в пространстве и во всех направлениях. Как гласит древняя мудрость,
то наверху, то и внизу. Другими словами, в капле воды содержится вся информация о целом океане. Следуя этой аналогии, в одном человеке содержится информация обо всех вселенных. Дело в том, что каждая клеточка – это голограмма всего организма со всеми мельчайшими подробностями. И поэтому вот эти отдельные символы, которыми мы пользуемся, или крест, или звездочка, или любой формы, шестиугольная, пятиугольная, это символика, совпадающая со структурами биоорганических внутренних построений. Все, что в природе есть, можно отражать искусственно в виде символов в музыке, в литературе, в художестве. Вот опять приходится предположить, что не было такого прямолинейного развития, что люди сползли с дерева, прошли там палеолит, неолит, и вот где-то в 3-4 тысячелетии до нашей эры достигли цивилизации. Сегодня я убеждена, что мы должны принимать во внимание периодическое достижение древними цивилизациями очень высокого уровня, гибель их в той или иной катастрофе и остатки знаний, сохраненных немногими, которыми они в той или иной степени делились с выжившими. То есть снова отношения учителей и учеников. Поэтому, когда мы встречаем все больше и больше доказательств того, что древние цивилизации действительно достигли своих уровней, и какие-то остатки от этого так скупо выделяются для выживших поколений, которые с тем или иным успехом учатся. А дальше, что я должна, как говорится, отметить, но это некий тезис, который непременно должен принимать во внимание всякий, кто занимается сакральной географией. Картину мира, в которой были свои Елисейские поля, свой Аид, свой подземный мир, свой Олимп, там, своя столица какая-то, все эти названия, они переносились в новое место обитания, снова воспроизводилась картина мира. И в этом плане вот Страбон описывает очень интересное, значит, святилище Арицейской Дианы, и в этом описании мы узнаем, каким образом, скажем, поклонялись Таврской богине Деве, потому что народы унесли с собой эти понятия, эти названия и эти культы. Но об этом и многом другом мы поговорим в следующих фильмах нашего сериала.